Сахал задержал водителя, сбившего двух военнослужащих в Куваре. Он был передан правоохранительным органам для последующего допроса и расследования. В его машине в ходе обыска обнаружили нож. Напомню, что автомобильный теракт произошел накануне. Двоим пострадавшим оказали медицинскую помощь в больнице в Петах-Тикве. Состояние одного из солдат оценивается как средней степени тяжести, у другого – легкие повреждения. В Марокко под руководством африканского командования вооруженных сил США начались учения, в которых вместе с 8 тысячами военными из 18 стран принимают участие и бойцы Сахала. В программу входит высадка десанта и действия на случай применения противником оружия массового поражения, а также отработка взаимодействия ракетных катеров с самолетами F-16. Для участия в маневрах, которые проходят на 7 полигонах, отправились 12 солдат и офицеров бригады Галани. Отмечается, что все места учений находятся недалеко от границы с Алжиром. С начала 2022 года в Израиль переехало более 100 тысяч новых репатриантов, что стало самым высоким показателем за три десятилетия. Об этом заявил генеральный директор Министерства Алии и интеграции Авихай Кахана на ежегодной конференции, которая состоялась в Нью-Йорке. 60 тысяч прибыли из России, 20 тысяч из Украины. В последнее время в еврейском государстве работают над поддержкой чрезвычайного притока репатриантов из Восточной Европы, а также над инициативами по продвижению Алии из США и Франции, двух крупнейших общин диаспоры. We'll be right back.